Зачем гипс? Кто-то что-то сломал? Привет, Эмилия! Чем ты занимаешься? Играешь с такими кубиками? Складываешь большой домик? Да. Да, интересно. А я так хочу поиграть в Лего настоящий. Но у нас их нет. У тебя есть, Эмилечка, Лего? Нет. Очень жаль, так хочется. А может, давай пойдем их сделаем сами? Да. Какие-нибудь разноцветные. И Лего-человечков тоже сделаем, давай? Да, нам. Нет, Лего кушать нельзя. Мы сделаем обычных каких-нибудь. И нам. Пойдем делать. Мы сегодня с Эмилией будем делать Лего-человечков и Лего-кубики. Покажи, Эмилюша, какие у нас есть формочки. Она. Это для Лего-кирпичиков, а зелененькая форма у нас для Лего-человечков. Гипс? Зачем гипс? Кто-то что-то сломал? Мы просто будем делать их из гипса. Из цветного гипса мы будем делать. Да. Мы зальем не обычной водой, а цветной. Каким цветом будем делать человечков? Вот так. Зелеными? Будем делать человечков зеленые, а кирпичики красными. Это мой любимый цвет. Мы берем один стаканчик гипса и полстаканчика водички. У нас цветная водичка. Быстренько перемешиваем и заливаем формочки. Теперь хорошо трусим формочку, чтобы вышел весь воздух. А пока формочка эта будет высыхать, да, мы сделаем кирпичики красные. Да. Человечек зеленый. Классненькие такие получились, ровненькие. А давай еще достанем маленьких. Я пришел со своими детками, маленькими лего-человечками. Они идеальные! С такими кирпичами можно построить настоящий дом! Ух ты, какую красивенькую кирпичную стену вы сделали! Молодцы, Лего-человечки! Классно тебе, Лего-человек! У тебя есть такие маленькие помощники! А мне Эмилия тоже сделала таких маленьких медвежат! Вот у меня такой зелененький помощник есть! Точно такой, как я! И красненький такой помощник! Подписывайтесь на канал!